Близится самый красивый праздник в году. 8 марта женщины получают множество комплиментов и годовую гору тюльпанов. По статистике, это самый популярный подарок. Но либо мужчины о других цветах просто не знают. Или это не так? Сегодня я пригласила коллег-журналистов в цветочный сад, чтобы они попробовали себя в роли садоводов и озвучили мне название этих цветов. Никита, как ты думаешь, что это за цветок? Ну, прежде чем ответить на этот, несомненно, очень сложный вопрос, следует провести небольшой ликбез. Мы в Международном мужском обществе покупателей и дарителей цветов классифицируем покупку цветов двумя способами. Первый для новичков – способ, когда мы делим просто по цветам. То есть дайте мне вон тот желтый, вон тот красный или вон тот синий цветочек. Или второй для продвинутых юзеров, кто состоит в организации значительно дольше. Они знают, что есть розы, есть тюльпаны, есть гладиолусы и какие-то там ромашки. И ответить на твой вопрос, конечно же, без сомнения, я не могу. Это какой-то красивый желтый цветочек. Ага, отлично. А любая женщина бы без сомнения ответила, что это крокус. Это крокус? Крокус. Спасибо, это крокус. Крокус. Может, тюльпан какой-то, мини-тюльпан. Нано-тюльпан. Окус какой-то. Окус. Фокус. Фокус. Да, нет. Крокус. 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 Это явно не тюльпан, хотя и похож. Это фокус. Нет. Фокус. И не фокус. Крокус. Я вот не знаю, в горшках стоит брать цветы или нужно срезать? Ну, только опять же, с точки зрения эстетики. Есть горшок, риск потом этим горшком по голове получить. Это если цветок не понравится. Если не понравится. Это если принесешь два. Никита, ну что, перед тобой второй цветок. Что скажешь? Какой ну, это? Ну, во-первых, он фиолетовый, конечно. Вот. А во-вторых, это ирис. Да? Пусть будет ирис. Скорее всего, это вакханалия шишкоцветная. Mm-mm. Нет? Может быть, какой-нибудь медведник тепличный. Неправильно. Еще попытка. Ну, это какой-то не сорняк дорогой. Ну, приблизительно. А если цветочным языком? Ну, что-то с сиреневым. Сиренью связано, мне кажется. Потому что похоже на гроздь сирени. Это гиацинт. Похож на гиацинт? Я не знаю. Кроме вакханалии ничего в голову больше не идет. Ладно. Шишка цвет вакханальный. Тоже далеко. Подскажу я. Это гиацинт. Гиацинт? Есть. Анютины глазки, нет? Есть там зрачки, моргают они, нет? Не, ну... Помаргивают. Лучше какие-то повыше врать. Не, ну это же классика, опять же, 8 марта. Терракотовый. Нет, терракотовый. Вот ближе, наверное. Это какой-то под цвет моего лица. 5 утра, это фиолетовый. Расскажи нам, пожалуйста, какой это цвет? Совершенно очевидно, это желтый цвет. А если хорошо подумать? Ну это бледно-желтый цвет. Ну, но желтый, тут как не сдвиньте меня, это желтый. Ладно. Это же желтый? Нет. Нет. Это лиловый. Какой-то лиловый. А лимон что, синий, что ли? Нас за дураков. Вот оно как работает, Павел Михайлович. Ага. Друзья, я немножко ошиблась. Это не лиловый, а лимонный. Немножко совсем, пожалуй. Да. Я думал, я дальтоник. Это, наверное, зеленый снизу, а сверху, ну, такой желтоватый. А если сказать более красивым языком? Это желтенький. Это лимонный. Это канареечный, нет? Нет. Бледно-канареечный? Нет. Дохло-канареечный? Нет. Я теряюсь в догадках. На букву «Л». Липовый? Неправильный ответ. Я полагаю, совместными усилиями мы собрали неплохой букет. Да, шикарно. Кто-то уже есть. Движемся дальше. Пойдем на кассу. Пойдем на кассу. Цветы, букеты собраны. Главное, чтобы они понравились нашим дамам. С 8 марта вас любви, добра, всего самого хорошего. Девчонки, цветов много не бывает. Мы готовы дарить их не только на 8 марта, но и любой праздник, любой день. Вот эти букеты специально для вас с нашими наилучшими и наитеплейшими пожеланиями. Дорогие женщины, цветите и благоухайте прямо как эти прекрасные бутоны. Мы вас любим.